И всем привет, и с вами Макс Милян. И сегодня я буду проходить Injustice 2, да. Кстати, я вернулся, и меня не было очень долго, потому что надо было, ну, скажем так, надо было отъехать. Ненадолго. Да, также и в Injustice 2 произошли кое-какие изменения, то есть обновления. Я даже сам, скажем так, удивился. Но это уже надо было, конечно, видео снять, но я не мог. По причине моего отъезда. Да, кстати, я обновил Injustice 2, вот как вы можете завидеть, новый загрузочный экран. Картинка совсем другая, кстати, очень даже нравится мне. Так, сразу мы нажимаем отмена. Вот загрузка интерфейса. И сейчас мы будем играть в Injustice 2. Да, кстати, в обновлении произошли кое-какие изменения и добавили пару новых персонажей. Сейчас я вам по-быстрому покажу и пройду киборга. Наверное, я звук уменьшу. Думаю, что это будет слишком громко. Ну, где-то вот так я поставлю звук, хорошо. Так, сейчас она загрузится. Очень сильно долго грузится, ну это понятно. А, вот, кстати, загрузилась. Мы сразу получаем наш сюрприз. Спецпредложение расследования, но это такое. Да, как вы могли заметить, у меня 18 уровень, потому что, скажем так, я отъехал, но видео я не смог, конечно, снимать, но в Injustice 2 так редко заходил, что и забирал постоянно бонусы ежедневные и все остальное. Но не мог я видео, конечно, снять. Так, вот, так это сюда мы поставим. Да, вот сюда. Так, получить набор. Бесплатный один. Сейчас по-быстренькому мы его получим. Так, вот, мы его получаем. Коснитесь, чтобы открыть. Так, сразу мы пропускаем. Снайпер дедшот. Ничего себе. Ну, хорошо, мы хоть что-то получили. Так, забираем сразу здесь. Да, если кто-то не знает, это спецмиссии. Ну, спецоперации, ладно уже. Так, что мы здесь получаем? Ну, неплохо. Дедшот. Так, мы сразу получаем новый уровень. Да, кстати, вот новая Харли Квинн. Сейчас я вам покажу ее. Это киборг. Ну, такое. Так, сразу заходим в героя, чтобы я вам показал. Так, вот мои все персонажи. Да, и, кстати, у Харли Квинн я собрал всю коллекцию. Всю. Она мне выпадала. Частично. У Дэдшота пока что руки выпали одни. Ну, то есть, и перчатки, которые он стреляет. Не знаю, как они правильно называются. Ладно, вот Горилла Грод. Я собрал всю коллекцию. Ну, его одежды тоже. Там надо было с ним постоянно биться. Ну, и понемногу коллекция добавлялась. То, что выпадет. Так, ну, Пугало. Вот, Дэдшот это... Новый персонаж, который я получил. Вот. Ну, точнее, не получил, а мне просто выпал. Скажем так, его купил. Как вы могли заметить, вот. Вчера я Бэйна купил. Я, конечно, вчера хотел видео снять, но не мог. Так, вот. Бэйн, я им пока что не пользуюсь. Так, добавили новых персонажей. Кого здесь? А, вот, красный колпак добавили. Вот. Если видно, вот он такой. Также здесь добавили... Кого здесь? А, вот. Женщина-кошка новая. С мультсериала. Ну, не мультсериала, а мультика. Так, вот здесь еще добавили. Так, это уже далеко немного мы зашли. Так. А, вот. Робина еще добавили. С обезьяной. Так, ну вроде все. А нет, еще капитана Холода добавили, потому что его не было. Я помню, что его не было. Так, кого же здесь еще добавили? Так, а вот нового Харли Квинн добавили.
только не сильно мне, конечно, нравится. Ну, вроде все. Это пока всех добавили, я их пока что не успел рассмотреть. Ну, если что, поиграйте, то заметите. Если вы, конечно, обновили. Так, сразу мы забираем и начинаем нашу битву с киборгом. Так, вот компания. Сейчас мы Так, ну вот я вернулся. Я тут пока что пропустил загрузку. Начинаем нашу битву. Так, вот бой. Так, немножко так звук сделаем. Ну и еще у нас время есть. Давайте по-быстренькому сделаем битву. Вот битва. Начали Робин. Человек-селедка и пугало. Ну ладно, Аквамен. Кому как угодно. Так, что-то здесь не так. А, вот, извините, техническая ошибка пока что была. Ну, это ничего страшного. Вот, мы начинаем бой. Ну, Робин мне... У Робина, конечно, своя катана или меч. Я пока не особо разбираюсь, но вроде у него катана. Так, пугало. Не повезло тебе. Дедшот. Оу. А ты сильный. Да, кстати, хочу вам один прием дедшота показать. Вот это. Вот и все. Победа. Да, кстати, дершота я здесь прокачал. Знаете, как его лучше прокачивать по уровням? Просто берете и на спец его кидаете это задание. Ну, спецоперация, кому как. Он быстро у вас прокачится до предельного уровня. Вы получаете кучу денег и всего остальных плюшек. Я им очень сильно мало пользовался. Так, вот. Ну, тоже такое самое. Сейчас я с тобой буду биться. Как пройду. Так, ну, время, конечно, мне немного поджимает. Ну, ладно, давайте. Сейчас по-быстрому я с ними закончу. Так. Правда, долго загружается. Ладно, я немного остановлю. Так, и вот. Загрузка уже была. Я просто ее пропустил. Бам-бам. Оу. Да ты мне тоже. Зря ты это сделал. Так, сейчас мы подождем. Да ты меня можешь бить, но как-то все равно будет. Ладно, мне уже не все равно. Даже с помощью такой легкой победы я его победил. Ну, легкого приема. Так, сейчас мы проходим третью битву. Киборг и все остальное. Так, сейчас мы еще одну битву пройдем. И в следующей серии я буду драться с киборгом. Да, в следующей серии я буду уже драться с киборгом. Сапоги дедшота. Ну, такие себе. Я немного... Вот. Загрузка. Я просто делаю такие обрывки видео, чтоб, ну, время меня не сильно брало. Так, ладно. Сейчас Флэш, Чудо-женщина и Харли Квинн.
какой-то слабый отряд. Сильно слабый. Он не сказал бы то, что Флэш слабый. Но двое из них такой. Такой. Могли бы хоть бы разнообразить. Воу, что вам, мужик? Так. Чтобы мы сейчас быстро разберемся. Да, кстати, я даже что-то здесь подкачал ему спецприемы и удары до 11 уровня. Ну, до 11. Каждый. То есть у каждого персонажа по 11. Ой, боевых способностей. Ой, не боевых способностей, а... Ну, короче, уровня. Скажем так. До 11 уровня. Я каждого прокачал, кроме Дэдшута и Бэйна, который я вчера купил. Ладно, в следующей серии мы будем уже драться с киборгом. Так, вот сейчас я заберу награду. Так, ну пока идет загрузка. Так, вот герои. А, награды нету. Жалко. Вот Бэйн, который я вчера приобрел. Вы не переживайте, я для вас ничего такого не ставлю. Так, ну вот, такой персонаж. Я, наверное, за него сыграю, когда он с киборгом будет драться. Ну вот, Дэдшот. Так, сапоги мы разберем. Вот, то есть нет, эти надо одеть. А вот эти надо разобрать, вот. Если кто не видел, вот так надо разбирать, то есть разбить все. Да, принять, все материалы разобраны. Так, ну вот, на спецоперации мы кое-кого отправим. Да, вот, кстати, как надо на спецоперации отправлять, если кто не знает. Показываю еще один раз. Ну, уже третий или четвертый, может быть. Так, мы отправим туда Бэтмена. Сейчас, подождите, пока по какому уровню там. Так, ну вот, Дэдшота мы отправляем. Ну, вот такие самые приемы, как у этого. Ну, легендарного Дэдшота, скажем так, с тремя звездами. Так, Бэтмена отправим. Ну и еще мы отправим кого? Я думаю, что мы отправим. Здесь еще такое отправить. Ну давайте Супермен, наверное. Почему бы и нет? Хотя бы я Харли отправил, ну ладно, уже поздно. Ладно, всем пока. С вами был Макс Миллиан. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.